Доброго времени суток. Я приветствую вас в городе Шахты. Меня зовут Евгений, 33 года. Как не начать данный ролик с этого прекрасного места в нашем городе? Жил и тренировал Василий Алексеев, восьмикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, двухкратный чемпион Олимпийских игр по тяжелой атлетике. Буквально недавно я познакомился с знаниями и опытом Егора. И на данный момент я закончил первую ступень и хочу поделиться с вами своими силовыми тестами. Но об этом мы поговорим в 13-м. Приседать я буду 60 килограмм, 5 подходов по 10 повторений. Чтобы прийти к этому весу, я начинал приседать с пустого грифа и на каждой тренировке добавлял по 1,25 килограмма с каждой стороны грифа. Сами можете посчитать, сколько тренировок и времени ушло на то, чтобы дойти до 60 килограмм. Напомню, что тренировался я день через два, день тренировка, два дня отдыха. То есть, если посчитать, это вес я добавлял на каждой неделе тренировки. Первые три подхода будет подводящая, специальная разминка. Первый подход 50% на 5 повторений, второй подход 75% от рабочего веса. И третий подход 90% на раз, и потом будет рабочий подход на 10 повторений. Поехали. Хорошо, подходит, делаем 7. Дальше. Спасибо.
Поехали работать на бусах. Девяносто восемь килограмм отборного сала. Итак, становая тяга. Я сделал специальную разминку. Три подводящих подхода. 50, 75 и 90% от рабочего. Рабочий 70 кг. 5 подходов по 10 повторений. Поехали. Ooh.
Становое тело. Самое крутое упражнение. Крайний подход. Он трудный самый. Может и нет. Ну вот и все. Как и в приседаниях, каждый я начинал становую тягу делать пустого грифа. И каждую тренировку прибавлял 1,25 с каждой стороны грифа. А я делаю 70. Лямками 98 килограмм. Желудными.
Итак, друзья, вот так выглядят мои силовые тесты по окончанию первой ступени натурального бодибилдинга. Ушло у меня на это 4 месяца. И хочу сказать в итоге, я, как и многие ребята, которые приходят в тренажерный зал, ранее тренировался по обычной билдерской системе, то есть по системе Вейдера. Отдельно грудь тренировал, отдельно день у меня был для спины, отдельно для ног, для плеч, для рук. Ну и как и следовало ожидать, как и говорит Егор, действительно, я сейчас начал понимать, что я получал перетренированность и в итоге прекращал тренировки, забрасывал их, полгода не тренировался, потом опять хотелось, конечно, идти в зал, приходил, опять получал перетренированность, и так по кругу. Но сейчас, попробуя тот тренинг, который предлагает Егор, я понял, что это действительно работает, это для меня это большие результаты, я реально научился хорошо подтягиваться, отжиматься брусьев, я отработал технику в таких важнейших упражнениях, как приседания, становая тяга. Мне эти упражнения очень понравились. Ранее я пренебрегал ими, делал все в станках, в тренажерах, и, как говорится, результата было мало. Мало было результата, нечего было ожидать. Но сейчас я иду по этой ступени, мне очень нравится. Я следующую свою тренировку уже начну со второй ступени. И думаю, что все будет замечательно. Спасибо Егору за его труды, за его книгу, которую я скачал, изучил. Она очень многое мне подсказала, помогла. И вот сейчас я тренируюсь. Егору респект, его Женя, как говорится. Всем ребятам, которые хотят присоединиться к этому движению, те, которые уже на этом пути, я желаю удачи, успехов, сухой мышечной массы без травм. Всего доброго, ребят!